стрессные. Участок у нас, представляете, вот за нашим участком проходит скала со всех четырех сторон. А здесь получилась впадина, и в этой впадине глина такая же, как на берегу. Но далеко-то ходить не надо. Нужно подвал копать, все. Пока не трогаем, это запасы. Это эпическое. Да. Надо пускать друг друга и газ какой-нибудь. А? Газ, нефть тоже можно делать. Нельзя. Это дешево. Москва. Не почувствовали вы нынче притока особенного внутреннего туризма? Ну, не знаю, у них не было даже, да? Нет, у нас как бы народ очень хорошо. В этом году прям совсем, да, ведь, наверное? Ну, потому что никто некуда ехать-то больше. Ну, москвичи нет, местные детки. Может, с детьми работают, у нас 90% детей. Взрослых это же вообще единицы. Сейчас он сказки проводит для детей. Дед Мороз катает, их на снегах ходит. Сейчас как раз продукт. Новогодние праздники, да? Сейчас у нас игру со 2 числа уже начинается. Ну, наверное, вегетация все равно. Погреться маленько. В Индонезии вон. Ну, пока. Дорого тебе за границу стоять? Да. Кусается? Кусается. Думаю, тоже не успею. Упадет, нет? А? Упадет, думаю. Конечно, упадет. Насколько упадет? Только не в нашей с вами жизни. А, в смысле? Сейчас будет на такой же уровне держаться. Конечно. Хоть скоро у меня муж умудрился по 40 рублей его продать. Тогда точно поедем в Индонезию. Купим в одну сторону билет. Продадим все здесь, да? Да. Мне очень понравилось, мы ездили в прошлом году. Испания. Конечно, понравилось. Вот я тут дура, думаю, чего же я там не осталась-то? Где были? Ну я 3 раза, я в Малаге, мы всегда в Малагу ездим, туда вот на Победоюжное побережье. Мы на Тенерыф ездили, да. Очень мне понравилось. Да, еда вкусная у них, музыка красивая, люди дружелюбные, море есть, все. Посмотрим, заселился ли джин в эту шинбонсу. Shall we check if there is genius inside this jar or not? Будем смотреть. Do you wanna? Uh-huh.